Гамбит, аргентинская атака, сеанс одновременной игры с юными гроссмейстерами, а затем двухдневный турнир. Состязаться между собой в одной из самых древних игр будут педагоги октауских школ. Всего 30 участников. Им то и предстоит просчитывать многоходовые комбинации и блокировать атаки соперников. Мои коллеги побывали на мероприятии и пообщались с шахматистами. Это братья Тасмухановы, Алан и Назар. Несмотря на юный возраст, они имеют первый разряд по шахматам. За их плечами всевозможные турниры и схватки с именитыми гроссмейстерами. Сегодня им противостоит целая армия педагогов. Это сеанс одновременной игры, как в знаменитом творении Ильфа и Петрова. Только в нашем случае героям не придется убегать от разъяренной толпы, так как они без труда и честно поставили всем мат. Мы выигрывали много турниров, чемпионат Казахстана, международные турниры. Мы выиграли, но они хорошо играли и держались хорошо. Не зевают маты, нападают на короля, хотят выиграть. Преподаватели из 10 школ сегодня участвуют в своеобразном мастер-классе, предвещающем двухдневный турнир. В каждой команде по 3 участника. Сначала они демонстрируют свои навыки в рапиде. Этот шахматный турнир способствует тому, чтобы учителя могли свое мастерство показать. Это второй шахматный турнир, который проводится в рамках города. Дальнейшее продолжение будет в области, в республике. Данный турнир играет важную роль. Почему? Потому что в школах нашего города и области необходимо поднимать данный вид спорта. И учителя, конечно, бы могли иметь большие достижения, показать свое мастерство. Организаторы надеются, что своеобразный турнир станет традиционным и расширится география участников. К слову, по словам экспертов, шахматы, как и ментальная арифметика, очень полезны для всестороннего интеллектуального развития личности. Руслан Агаев, Амангелий Турахмет, Каспий Акпарат.